Искоренить американскую угрозу, КНДР успешно испытала баллистическую ракету средней дальности. Утром 4 июля КНДР произвела успешный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Она преодолела расстояние 930 километров. В Японии опасаются, что пуск был совершен по навесной траектории, таким образом, реальная дальность по обычной траектории может составлять более 5000 км. Пхеньян заявил, что испытание прошло успешно и предупредил о готовности нанести удар по любой точке земного шара. В Минобороны РФ подчеркнули, что запуск ракеты КНДР опасности для России не представлял.